Человек очень жаден, злобен и коварен. Он убивает за годы тысячи животных, и многие, к сожалению, переходят на грани вымирания. От его рук страдают даже цари зверей, и даже льву, и даже тигру не получится его убить. А мы в первую очередь должны ценить дары матушки природы и не браконьерствовать, и не убивать животных. Стеллерова корова. Стеллерова корова была очень большой. Больше ее были только китообразные. Она питалась только морской капустой и не была злой. Она была очень апатичной и доброй. И этим воспользовались люди. Они убивали стеллеровых коров с помощью гарпунов и убили их всех. Квагга. Квагга была похожа на зебру и лошадь. И у нее была очень красивая шкура. Это и привлекло людей. Наконец-таки люди добыли огнестрельное оружие и стали убивать квагга. Последняя особь кваги была застрелена в 1883 году. Галапагосская черепаха. Черепах иногда используют в кулинарном промысле. Этим и послужила галапагосская черепаха. Их убивали для того, чтобы сделать из них деликатес. Одну черепаху звали Одинокий Джордж, но, к сожалению, погибла и она, но не из-за людей, а из-за старости. Жаль, конечно, этих милашек. Сумчатый волк. Сумчатый волк обитал в Тасмании и Новой Зеландии, но еще он обитал в Австралии и на Новой Гвинее. К сожалению, это был единственный вид сумчатого волка. Его истребляли, потому что думали, что он будет вредить сельским хозяйствам. И это была правда. Говорят, что сумчатого волка где-то еще можно встретить, но это маловероятно. Тур. Тур – это был очень могучий бык. Он был в росте 180 сантиметров, но и это его не очень-то хорошо защищало от человека. Они обитали в лесостепях Евразии и очень редко жили в лесах. Также некоторые экземпляры были найдены в Африке и Северной Индии. А последняя особь этого быка была застрелена в 1608 году. Моа. Моа – это были очень большие птицы. Они когда-то умели летать, но приземлившись на землю, им понравилась Австралия, и они стали ходить на ногах. Это понравилось людям. Они стали убивать моа ради их вкусного мяса. А еще моа терроризировали гигантские орлы. Впрочем, понятно, почему эти животные так хорошо вымерли. Но это еще не все. На Мадагаскаре была такая же птица, только она называлась эпиорнис, которая тоже вымерла из людей. Дронт. Дронт – это была очень-очень прикольная птица. Она была очень маленькой и толстенькой, и поэтому люди решили их убивать. Их убивали моряки, а также их убивали собаки ради их вкусного мяса. Такая же суть была и с моа. Странствующий голубь. Странствующий голубь часто летал над крышами домов. Это не понравилось людям. Вскоре они стали убивать этих голубей. И вскоре божья птица оказалась на небесах у Создателя. А еще они убивали их ради вкусного мяса.